Жители Самары поддержали изменения административного устройства города. Участие в общественных слушаниях, которые прошли в городской думе, приняли 250 человек. Еще 30 прислали письменные обращения. Общественные слушания в городской думе. На повестке дня предложение наделить Самару статусом городского округа с внутригородским делением. В зале по меньшей мере 235 человек. Такого количества желающих высказать свое мнение оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Руководители общественных организаций и простые жители. Доводов и мнений целая палитра. Большинство из них склоняется к тому, что реформа необходима. Повысить ответственность районов за те дела, которые сегодня творятся в районе, делаются в районе. И их самостоятельность, повысить их самостоятельность как таковую. Поэтому мы сегодня видим, что вот данное предложение вызвало широчайший резонанс. Власть будет в шаговой доступности, каждый гражданин сможет обратиться к ней. И власть будет чувствовать свою ответственность. Говоря проще, в городе помимо привычного районного появится более мелкое деление. В каждом из них будет свой представительный орган власти. Наиболее актуальна эта реформа для промышленного, Кировского и Куйбышевского районов. Чем больше территория, тем сложнее навести на ней порядок. Одна из главных задач сегодня – решить вопрос финансирования. Самое важное вот, в этом процессе – то, что у самих районных властей появляется возможность и стимул более качественного администрирования налогов вот на той территории, на которой будет муниципалитет находиться. Изменение статуса города – один из этапов реформы местного самоуправления. Подобная система уже работает в Челябинске, в Самаре. Выстраивать работу будут с учетом их опыта и предложений, которые звучали на общественных слушаниях. Следующий этап, который должен пройти – этот закон – губернская дума. Дарья Болгова, Вячеслав Потоцкий, «Новости губернии».